Майнкрафт, но на меня накладывается рандомный эффект. Как вы видите, я уже заспавнился. Я хочу очень много чего сделать. Кстати, на мне уже боевой эффект. Это поглощение. Рассказываю коротко. Каждое рандомное количество времени на меня накладывается рандомный эффект. Как вы поняли, это рандомный. Поэтому на меня могут накласть такой эффект, после которого мне станет очень дурно. Так, стоп. У меня новый эффект, это голод. О нет, это очень плохо. Мне нужно будет много очень еды себе взять, так как это может быть высокого уровня голод. Да-да, тут эффекты разных уровней сложности. Представь, если мне выпадет иссушение 100, я сразу же умру. Короче, я крафчу инструменты и лодку. Лодку, чтобы найти корабль и там найти уже драгоценности. А инструменты, чтобы убивать и добывать. Новый остров. Так, что тут? Тут есть овцы. Это очень круто. Кстати, если вы ищете похожий контент, то переходите по ссылке в описании на канал Алёшка Фиганюк. Он снимает тоже очень много интересного. Ух ты, у меня уже 6 кусков мяса. Это очень хорошо. Но голод очень быстро себя проявляет как-то. Так, надо идти на следующий остров за другими животными. Извините, овечки, мне нужно мясо. Я не хочу умирать. Так, я где-то тут видел кого-то, кто бы мог мне помочь очень сильно. Свинки! На фарш. Цель обнаружена. Уничтожить. Короче, я отправился в плавание. Корабль! Да ну нафиг! Какая везуха! Да за что мне это? Почему именно сейчас этот эффект выпал? Как мне теперь найти сундук? Я почти ничего не вижу. Ох, хотя бы дно вижу. Да блин, это не обычная слепота, это темнота, это улучшенная слепота. Вообще не вариант, никак не достать. А еда начинает кончаться. Что делать? Стоп, что? Все эффекты удалены. Вот это новый эффект был. Это же отлично, я смогу сейчас залутать сундуки. Только где они? Стоп, он же, наверное, в конусе, тут где-то спрятался там. Так, сейчас быстренько мы найдем. Давай, добывай. Ой, тупник. Да блин, повинись. А ты где? Надо спать. Нет.